Мероприятие в Центре физического здоровья населения подготовили специально для юных горожан. Праздник приурочили ко Дню Крещения Господня. При поддержке главы города Владимира Яцуба и первого заместителя председателя Федора Рубанова организаторами торжества выступили госадминистрация, депутатский корпус, представители партии регионов. Сегодняшнее мероприятие приурочено к акции «Добро детям». Мы поздравляем детей. Вот, возрастных категорий от 2 до 4, от 5 до 9 и от 10 до 14 лет. Во всех таких мероприятиях мы прежде всего пропагандируем здоровый образ жизни. Это прежде всего необходимо самим детям, для того, чтобы быть занятыми во внеурочное время, для того, чтобы было меньше соблазнов увлекаться какими-то вредными привычками, ну и так далее. Ну и, конечно, спорт. На празднике каждому ребенку организаторы вручили подарок, а творческие коллективы центра подготовили концерт. Торжеством остались довольны и дети, и взрослые. В основном мне понравились подарки. Мне понравился вокальный ансамбль, очень хорошо поют. Весело было. Мне большой подарок дали, самый первый. Родителям всегда нравится, когда ихним детям дарят подарки. А тем более еще и концерт был для наших детей. Большое спасибо. Очень понравилось. Хотелось бы еще побывать на таких концертах. Я на самом деле не ожидала, что такие мероприятия происходят. Ну, столько народу. Выступления всякие. Очень понравилось. Очень благодарна за это партия регионов, что позаботились о наших детях, что провели такой праздник. В общем, большое им спасибо. Этот праздник для детей стал одним из самых масштабных. В мероприятии приняло участие свыше 200 юных севастопольцев. Наталья Двутина, Виталий Козловский. Программа «Наше время».